все, и я сразу прилетела в Сочи, и тут загорелись. И вы сразу прям начали вместе жить? Да, прям сразу у него вместе. Прям с трапа домой? Да, мы решили, что будем вместе, и более того, мы начали делать детей. И более того, мы ждем ребенка. Вы ждете ребенка? Да. Давайте поаплодируем, вас поздравляем. Иисус, что ты там беременный пришел? Ничего себе, ребята. Вот, мы все-таки хотели второй месяц. Второй месяц? Такая малышка вообще, там и малыш. Да, уже видели, кто-то есть. Да, здорово. И вот я, знаете, что думаю вот в жизни? Вот если ты чувствуешь, что горит огонь внутри, надо ему следовать, и этот огонь питать. Я за вас очень рада, но, Тань, я знаю, что ты работаешь. Где? Воспитатель детского сада. То есть тебе это прям, знаешь, сам Бог велел? Дети — это то, чем я живу. Это единственное то, чем я живу. То, что мне приносит действительно удовольствие, радость. Я начала работать с 17 лет, когда мне дали такую возможность, первую неофициально. Я пошла сразу в детский сад и хореографом, и физруком, и воспитателем. Слушай, а тебе не кажется, что с тобой случилась профдеформация? Смотри, вот ты училась работать с детьми, и тут раз встречаешься с Безусом, он тебе говорит, все, делаем детей. Ты такая, да. Может быть, это вовсе не верно? Мы на этой почве-то и сошли, что мы хотим детей. Это то, что нас свело больше всего. Да, вот с любовью это вот второй. Слушай, ну это тоже опасно. Я, кстати, вспоминаю начало проекта, когда Безус только пришел. И он сказал о том, что у меня была девушка. Я не собирался, чтобы она была моей женой. Я просто хотел, чтобы она от меня родила. Да. И так случилось. Да. А ты не боишься, что с тобой то же самое, это не повторится? Нет, я не боюсь, потому что мы обговорили нашу роспись. Официально. Вы подали заявление уже? Нет, мы еще не подавали, но... Ну, говорить не значит жениться, Тань. Ну, Дарья, с другой стороны, ты же понимаешь, если я Елене, матери своей дочки, сказал, что вот как оно будет,